Послушай, дорогой, я 8 лет терпела, но жить с тобой слишком непростое дело. Внимание на меня совсем не обращаешь, со мною вместе маму мою не навещаешь. А если вспоминать единственный букетик, то нужен календарь, зато тысячелетие. Приходишь очень поздно, нередко в стельку пьяный, ни шуб, ни украшений, ни даже ресторанов. Тебя увидел, подумал, что сорвал куш в телевикторине. Но если бы я знал, что будет с этим призом уже через 5 дней медового круиза. Ты же в первый день потратила все бабки, что насобирали мы с родных на свадьбе, лишив нашу семью поступком этим самым и шуб, и украшений, и даже ресторанов. Как-то случайно поцеловала, от поцелуя мне башню сорвала, охомутала, жизнь мне сломала, и твоя мама заколебала. Только что скандал перешел ту грань, после которой идут слова «убью тебя». С особой жестокостью тебя. За все твои бонусы тебя, ни на миг не задумавшись, убил бы тебя. Чтоб больно, чтоб мучилась, убил бы тебя твоей же пилочкой для ногтей. И не важно, как лишь бы поскорей. Я бы смогла бы, я постаралась. Знаю, что трудно, но я смогла бы. Глазом не дернув, не сомневаясь, вижу, как просто с тобой расправляюсь. Но когда я смотрю в глаза твои, злость проходит вдруг, и улыбка губ твоих вмиг убивает негатив вокруг. Снова судьба нам путь подсказала, орудием убийства.